Это просто прекрасно. Приглашать футболистов из других стран в Россию, проводить такие турниры на детском уровне. Это то, что происходит совсем не так часто. Я считаю, что такую инициативу нужно сохранять и развивать. И особенно учитывая тот девиз, под которым проводится турнир. Играем против расизма. Мне кажется, идея классная. Великолепное у меня впечатление от турнира. Все очень хорошо организовано. Считаю, что это отличная инициатива для детишек, которые соревнуются даже на международном уровне в таком возрасте. Я считаю, что все здесь хорошо, все сделано для того, чтобы дети получали удовольствие и, что немаловажно, игровую практику. Да, я считаю, что такой девиз отражает то, что необходимо сделать в мире, необходимо действительно бороться с расизмом. И не так важно, какой у тебя цвет кожи, более светлый или более темный, все мы люди, все мы одинаковые, все достойны уважения. Великолепная идея Лукойла, и я счастлив, что Лукойл поддерживает подобные турниры. Для таких детей это очень важно. Может быть, это не такой уж и огромный турнир по масштабу, но для детей это очень важно. Я считаю, что такие инициативы обязательно нужно сохранять и развивать. Играю за эту тему, Play Against Racism, потому что это важно, что они понимают, когда они уже молодые, что они понимают, это важно, что мы все одинаковые, не черные, не белые, или все одинаковые, это не разница кожи. Классная поездка такая. Дальний выезд, как он случился в России на этот турнир, очень необычно. А теперь они на нас.